Тимур Сайкан, обозреватель турецкой газеты «Бирган», опубликовал кадры могилы азербайджанского вора в законе Надира Салифова, убитого 19 августа 2020 года в Анталии. Как передают источники, автор называет его лидером азербайджанской мафии. Он напомнил, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу также заявил, что Салифов некогда являлся лидером одной из 12 крупнейших мафий мира. Теперь у покойного босса мафии Надира Салифова есть свой мавзолей в Стамбуле. Перед гробницей стоят две большие статуи волков. В звуковой системе гробницы звучит Коран на арабском языке. Перед бюстом большая черно-белая фотография Надира Салифова, отпечатанная на мраморе с использованием новейших технологий. Турецкий флаг начертан на мраморе с одной стороны, а азербайджанский флаг с другой.